Thank you.
поедешь, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка запьяшут облака, и пыльничек запеликает на скрипке. Голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Начинается река.
New York.
to you, New York. Отходим, еще отходим. Вот так, еще.
друзья, давайте поприветствуем наших гостей, членов жюри и почетных гостей 16-го фестиваля детских молодежных цирковых коллективов школ исполнителей «Цирковое будущее». Гостей встречает директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян. Ваши аплодисменты. На красной дорожке для гостей фестиваля Валентина Савина, председатель жюри, директор и художественный руководитель Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Карандаша, академии циркового искусства Российской Федерации, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер Государственного ордена дружбы, профессор Луганской академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, Москва, Российская Федерация. Встречайте нашу гостью из Швейцарии, Лидия Мигани, директор цирковой школы город Лугана, Швейцария. На красной дорожке человек, приехавший в Луганск не первый раз, несмотря на большое расстояние и океан, разделяющий нас, директор Международного артистического агентства «Флорида» США Юрий Крейс. Ваши аплодисменты. Палания Пуэртас Мигель Анжел, генеральный директор и продюсер Латина Циркус Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты, Колумбия. Ваши аплодисменты. Мы искренне благодарны нашим гостям, что в своем плотном рабочем графике они нашли возможность и время приехать на наш фестиваль. Приветствуйте Нурбакы Букыбаев, директор, художественный руководитель Казахского государственного цирка, культуролог, деятель культуры Казахстана. Дорожки давний партнер фестиваля Лолита Лапинский, член-учредитель общественной организации Латвийской Республики Ассоциация артистов цирка, автор международного детско-юношеского циркового фестиваля «Мир полон чудес», Рига, Латвия. Наших почетных зарубежных гостей Ашур Раджабов, генеральный директор государственного учреждения Государственный цирк Таджикистана, город Душанбе, Таджикистан. Ваши аплодисменты. На красной дороге
дорожке, постоянный партнер фестиваля, выпускник цирковой специальности колледжа Луганской академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Сергей Сыров, генеральный директор эвент-агентства «Аншлаг», Москва, Российская Федерация. Ваши аплодисменты Евгению Пиляуэру, председателю Союза цирковых деятелей России, народному артисту Российской Федерации, лауреату премии Всемирной ассоциации жонглеров «Москва, Россия». Мы рады, что достаточно тесные связи сложились у Луганского государственного цирка и Государственного цирка Республики Бурятия. Приветствуйте, Наталья Борисова, директор Государственного цирка Республики Бурятия, Российская Федерация. Приветствуем Григория Островского, советника председателя правления Союза цирковых деятелей России, Москва. Взорвется овациями на красной дорожке всеми любимый киноактер, художественный руководитель театра на Оборонной, народный артист Украины и Луганской Народной Республики Михаил Голубович. Остальные прибудут чуть позже, уже они будут на нашем торжественном открытии фестиваля. Но сейчас, дорогие друзья, мы поздравляем вас всех с праздником, ведь цирк – это всегда праздник радостный, светлый, веселый и яркий. Мы приглашаем вас всех в Луганский государственный цирк на фестиваль детских молодежных цирковых коллективов «Школы исполнителей. Цирковое будущее». Thank you.
что ты такой замученный, Катюша? А можешь у меня так? Ребенок. Вот, давай. Нет, прям. Нет, молодец. Подняться.